развязанная киевским режимом война на Донбассе – это кровь, страдания и смерть. Ее необходимо было остановить. Другого выхода из сложившейся ситуации, как проведение спецоперации, нет. Как юрист могу подтвердить, что Россия действует в полном соответствии с нормами международного права. Статья 51 части 7 Устава ООН предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную и коллективную самооборону. Данная норма распространяется не только на Россию, как члена ООН, но и на ее союзников, независимые Донецкую и Луганскую народные республики. В соответствии с уставом ООН, Россия имеет полное право взять на себя их защиту. Кроме того, с каждым днем мы получаем все больше и больше доказательств того, что промедление привело бы к высшей фазе геноцида народов Донбасса, продолжающегося уже 8 лет, с молчаливого одобрения так называемого цивилизованного мира. А завтра война пришла бы в наш дом. Пришла подло, из-под тишка, в форме терактов, распространения инфекций, вредительства, идеологических диверсий. Это невозможно не признать. При нынешней позиции правительства Украины остановить происходящее может только проводимая спецоперация. Работайте, братья. Мы студенты Мурманской академии экономики и управления и филиала Уральского регионального колледжа поддерживаем вас. Мы думаем о вас. Мы держим за вас кулачки. Молимся за вас. Возвращайтесь с победой. Скорее. И пожалуйста, все. В этом слове победы пламя поднимает.